История Института дополнительного образования началась в далеком теперь уже 1978 году. В то время было принято решение открыть факультет повышения квалификации, и основной задачей этого факультета – повышение квалификации директоров и заместителей директоров общеобразовательных школ. Первым деканом этого факультета стала Минзифага Таулловна Сагдетдинова, кандидат педагогических наук, доцент. Минзифа Гатауловна очень много времени отдавала этому факультету, и вплоть до того, что самые новые методы, способы, технологии тогда на факультете применялись. Факультет располагался в то время на некотором отдалении, на базе старого здания школы номер 14. Директора школ и их заместители приезжали на курсы повышения квалификации на довольно долгий срок, почти 2 месяца. В середине 80-х годов факультет обновился, кафедру НУШ возглавил член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Камиль Шейхмурзинович Ахияров. А деканом факультета стал Ренат Радилович Муниров. По сути, вся история факультета повышения квалификации – это плотное очень взаимодействие со школами Республики Башкортостан. Но кроме того, что на факультете обучались директора и заместители директоров школ общеобразовательных, а в университете в то время очень серьезно работали другие программы дополнительного образования. Было принято решение при факультете повышения квалификации открыть центр дополнительного образования. Руководство центром было поручено мне. В 2006 году центр дополнительного образования был преобразован в Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Главной задачей института в то время было наращивание количества и обеспечение достойного качества дополнительных образовательных программ, чем, собственно, в институте и занимались. Идут годы, меняется время. Перед системой образования ставятся новые, все более сложные задачи. Но, как и прежде, в объективе деятельности института традиционные педагогические ценности в сопоставлении с новыми задачами, которые ставят государство и общество, семья и личность. Основные задачи института неизменны – это подготовка кадров для региональной системы образования, а также содействие формированию класса эффективных и социально ответственных работников образования для успешной реализации региональной образовательной политики. Приоритетными направлениями института были и остаются повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников образования. Институт реализует разнообразные программы для тех, кто хочет быстро и качественно повысить уже имеющуюся квалификацию или освоить новую. Институт позволяет в кратчайшие сроки овладеть необходимыми для карьерного роста компетенциями и технологиями. Программы повышения квалификации позволят освоить новые компетенции и повысить профессиональный уровень в рамках имеющихся квалификаций. Программы профессиональной переподготовки направлены на получение нового вида профессиональной деятельности и присвоение новой квалификации. Программы реализуются в очной и заочной формах с применением дистанционных образовательных технологий. Активно развивается корпоративное обучение. Программы профессиональной переподготовки с каждым годом становятся все более востребованными в студенческой среде. Институт предлагает студентам свыше 50 программ профессиональной переподготовки по различным направлениям, которые дают студентам возможность открыть для себя новые перспективы освоения второй, дополнительной специальности. Также на базе института для студентов университета открыт второй профиль – педагог дополнительного образования детей и взрослых в формате 3-летнего обучения с выходом на присвоение дополнительной квалификации. Получая профессию педагога дополнительного образования, студент не просто получает новый профиль, но и усиливает свои общепедагогические компетенции. Здесь и навыки взаимодействия с детьми, опыт кружковой работы, умения и навыки организации коллективной и индивидуальной деятельности детей. 3D-прототипирование, робототехника, подготовка к ЕГЭ, Академия математики, Акмулинская олимпиада – это далеко не полный перечень направлений, в которые могут погрузиться школьники. Дополнительное образование детей позволяет развить творческие способности и удовлетворить индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании детей. Образовательный процесс в институте организуется в форме лекций, практических и семинарских занятий, лабораторных работ, семинаров по обмену опытом, деловых игр, выездных занятий, консультаций, видеоклассов, мастер-классов. Институт заботится о своих слушателях и прилагает все возможные усилия, чтобы сделать обучение комфортным и максимально полезным.
Все реализуемые программы проходят процедуру экспертизы и соответствуют высоким требованиям качества. Каждому слушателю назначается индивидуальный специалист, который курирует его с момента обращения и до завершения обучения. Институт постоянно работает над улучшением качества работ и в ответ получает благодарные отклики. Сегодня институт развивается, совершенствуется и двигается под руководством человека, успешно организующего образовательный процесс и реализующего в жизни самые прорывные инновационные проекты. Важной задачей деятельности нашего института является сохранение и развитие творческого потенциала педагога. Ключевыми факторами здесь являются разработка и внедрение дополнительных образовательных программ, обеспечивающих потребности системы образования в опережающем режиме, и формирование управляемой региональной системы сопровождения профессионального роста педагога. Если говорить о приоритетных формах реализации дополнительной образовательной программы, нужно отметить модульное обучение. Все наши образовательные программы построены по модульному принципу. Накопительная система, где мы даем возможность нашим учителям пройти курсы повышения квалификации в диапазоне от 1 до 3 лет, где они участвуют активно в наших конкурсах, на круглых столах, семинарах, совещаниях. Это наше корпоративное обучение, где в рамках отдельно взятой школы либо отдельно взятого муниципалитета мы отрабатываем узкопрофильные компетенции и также проектное управление. Когда мы в рамках муниципалитетов открываем научно-методические площадки по сопровождению профессионального роста работников образования. Здесь, конечно, ключевая роль отводится эффективно организованному мониторингу. Это независимая оценка качества образования, где мы проверяем качество предоставляемых услуг всех образовательных организаций муниципалитета и соответствие наших педагогов требованиям профессиональному стандарту, то есть самоанализ соответствия профстандарту. Эти исследования как раз и дают возможность самому учителю выбирать траектории своего развития. Сегодня мы реализуем более 100 образовательных программ разных форм. Охват ежегодно у нас составляет около 15 тысяч слушателей. В том числе мы активно участвуем в грантовской деятельности, в федеральной целевой программе. В 2016 году мы стали призерами, выиграли грант. И мы очень активно участвуем в социальных проектах. Качество образования и обновление содержания дополнительных образовательных программ обеспечиваются высоким уровнем кадрового потенциала. Сегодня в институте трудятся видные деятели педагогической науки, авторы-разработчики учебных программ, учебников, учебных пособий, авторских обучающих методик и технологий. Профессиональная команда педагогов и ученых, участвующих в программах, помогает слушателям освоить новые компетенции и получить максимальный результат от освоения программ. Профессиональный рост вместе с Институтом дополнительного образования – это больше, чем просто шанс заявить свою профессиональную позицию. Это возможность научиться масштабно мыслить, профессионально расти и делать карьеру с самой перспективной командой. Институт обладает мощной материально-технической базой, позволяющей реализовать образовательные программы на высоком организационном и содержательном уровне. При реализации дополнительного образования образовательный процесс осуществляется на базе практически всех учебных подразделений университета с задействованием инновационных учебных аудиторий и научных лабораторий. Система дистанционного обучения позволяет слушателям получить образовательные и информационные материалы в удобном формате, загрузить информацию, передать выполненное задание, получить консультацию, оценить свой уровень подготовки и динамику формирования компетенций. Сегодня сфера образования требует новых решений, осуществить которые под силу только профессиональным кадрам. В ответ на этот вызов институт активно конструирует будущее образование, разрабатывает и реализует научные и инновационные проекты, проекты по решению задач, стоящих перед региональной системой образования. В 2016 году институт приступил к реализации масштабного проекта «Региональная сеть научно-методических площадок сопровождения профессионального роста работников образования». В числе приоритетных задач проекта – углубление интеграции университета с педагогическим сообществом, обеспечение университетом актуальных потребностей системы образования в комплексном сопровождении процесса профессионального роста работников образования с учетом современных требований. За время своей активной деятельности институт доказал, что работать над решением проблем сферы образования интересно и перспективно, а предлагаемые проекты востребованы на самом высоком уровне. Институт является участником и организатором огромного количества мероприятий, проводимых в разных уголках республики, образовательных семинарах, открытых лекциях, мастер-классах, круглых столах, панельных дискуссиях, деловых играх, образовательных форумах, стажировках в профильных организациях.
Институт постоянно расширяет границы своей деятельности, географию, оказание образовательных услуг, работает над совершенствованием дополнительных профессиональных программ. Востребованность и актуальность программ подтверждается присвоением институту статуса лучшего учебного центра Российской Федерации 2016, получением диплома лауреата и памятной медали национального конкурса. Все, что делает Институт дополнительного образования, делается во благо родного университета, во благо педагогического сообщества Республики Башкортостан. Чтобы каждый из вас мог гордиться тем, что вырос здесь профессионально и получил достойное образование, получил дорогу в большую профессиональную жизнь. Институт дополнительного образования приглашает вас к сотрудничеству, приглашает вас принять участие в мероприятиях. Информационные ресурсы Института максимально открыты для вас –